Всем привет, ребят, с вами Титан. И я вам хочу сказать, точнее предупредить, то, что я подзаболел, и поэтому 2 дня не выпускал видео. Мне уже вроде стало лучше, и поэтому я продолжал летсплей по великолепной игре под названием Mutant Fighting Cup 2. Кстати, я заметил, у нас уже 1000 монеток. Кстати, мы скоро сможем купить даже черепаху. Это круто. Кстати, напишите в комментах, покупать ее или нет. Потому что если вы ничего не напишите, то я ее покупать и не буду. Поняли? Потому что вот, как вы видели, у нас еще за это усиление там всякие. Правильно, ребят? Так что надо экономить. Но если вы захотите, то я, конечно, ее куплю. Так, заходим в Ирину. У нас есть опять что-то новое, либо в атаке, либо в броне. В прошлый раз мы зашли сразу в атаку, давайте в броню. Вот мне больше вот это. А, это у нас уже было. Это можно купить, а еще что? Это наше. Ну хорошо, давайте это купим, мутация. Вот это тоже будет неплохая атака. Ой, это из броня, извините. Но мы сейчас ужасно выглядим. Саблезубый леопард. Ну ладно, давайте начинать играть. Так. Наверное, у нас сейчас опять что-то типа награды. Не знаю за что. Давайте продолжать сражаться с этими северными волками. Сейчас у нас ледяной страж. Давайте победим этого ледяного стража. Или страга, я не знаю, вот как сказать, если он страж. Не понимаю. Кстати, извините, рекламу забыл убрать, что я еще раз убью. Так, саблезубый леопард. Ледяной страж. Было прикольно, если бы ледниковый страж назвали. Давайте вот это. Атаку пока не будем сразу. Нам надо сначала узнать, сколько он хп сносит. Ты повторил, да? Если что, не, я тебе бить не буду. Я полечусь, если у меня полный хп. Мне эта штука твоя не нужна. Пусть она заканчивается побыстрее. Ты нанес и себе тоже снес. Понял, Пансон? У тебя сейчас преимущества нет. Блин, жаль, у нас яда нет. Мы его вот уже травили, гада такого. Ну, ничего не остается, как атаку нанести. Извините. Мы себе тоже снесем. Кстати, у нас уже стало меньше хп. Может, прийти на атаку? Ну, ладно, давайте подкинемся, а потом смотрим. Ну, это так не надо. Такое сильное мы для подкинулись, просто меньше стало. Ну, давайте зарядим. Так. Ой, кстати, я не заметил то, что эти штуки уже пропали, извините. Это просто невнимательность, из-за которой я могу проиграть. У него атака? Значит, у меня броня. Все, твоя атака тебе не пригодится. Ты сейчас просто все равно не сможешь особо нанести. Так, у тебя броня, у тебя никакой нет. Защиты нет, можно тебя на полную ударить. Так, а вот у меня броня. Меняем. Хотя давайте еще одну броню, а что, не жалко. А ты атака с хилкой, да? На хилку переехал. Ну сейчас мы тебя тоже попробуем легко победить. Так. Сейчас тебя застанем. Так. Ну это уже пошли долгие бои, я скажу, тяжелые. В которых нам тяжело выиграть. Давайте мы нанесем, давайте быстро идти уже на атаку. Потому что, мне кажется, мы будем медленно проходить эту игру. Конечно, если бы я играл сам, я бы долго сидел в тактике, выжидал засаду, чтобы его потом тактично победить. И красиво. Но, естественно, главное не круто победить. А главное хоть как-то только быстрее победить. Давайте его укусим.
Это самая слабая первая атака. Но почему-то у нас только она и есть. У меня сейчас такое ощущение, что мы еще пропустим так много времени просто так, и еще ему проиграем. Это просто ужасное чувство. Нам не нужны никакие усиления, мы сами справимся. У нас вон ХП больше. Ах ты, зараза, я, да? Ладно, сейчас получаю тройной удар ногой. Лишь бы его вырубило. Одно ХП, это что за... Извините, ребят, но это просто... Yes. У нас есть вторая такая. Просто добей его. Все, крутая победа, хоть и довольно долгий был бой. Поединок, так сказать. Так, реклама, что собираешь? Я пропустила рекламу, давайте продолжать игру. Ой, извините, в лаборатории, походу, ничего не было. Да, сейчас вернемся, ничего. Это можно устранить. Давайте играть. Так. И сейчас последний бой. Огненный лед. Круто. Надеюсь, мы его сможем победить. И быстро. Саблезубый леопард против огненного льда. Так. Он взял поворот. Давайте пока с ним накопим атаку. Чтобы когда у него вот это, когда мы бьем в ответ, атака закончилась, мы сейчас двойной удар ногой шибанем. И выиграем легко, потому что это, по-моему, самый сильный. Мы не выиграем, но у нас будет большое преимущество. То, что он около 50 хп снулся, да? Ну, нам уже 50, кажется. Но... Ну да, лучше пошел на атаку. Ну ладно, уже все испортили. Давайте самую слабую атаку. Дождемся все-таки, чтобы быстро его победить. Так. Он нам наносит, да? Понятно, ничего. Мы еще подхилимся слегка. Тихо, менять мы не хотим. Мы его вот так ударим. Все, только не верни его. Только не верни. Вот блин, а. Ладно, будем на него нападать. Ничего уже не остается. Пусть в ответ будет атака. Он сам напросился. О, вот такую же штуку и включим. Ты сам напросился на долгий поединок, в котором я победю. Или побежу. Я не знаю, как правильно выговаривать. Извините, пожалуйста. Так, мы выпустим сейчас. Лишь бы ты не подхилился. Ну ты включил филку. Так, давайте сильно ударим еще. Так. У нас... Сколько у нас хп? Так, по-моему, 80. У него 133, у него преимущество. Давайте опять эту хрень, которая будет отбивать, если он у нас будет атаку, короче, отбивать. Так, 32 хп минус и крит. Давайте в защиту. Что-то уже у него заметно преимущество. Но мы его застанили и поставили защиту. Поможет ли это нам? Всем интересно. Так. Смотрим. Так, он нам снес 13 хп и застанил, кажется. Так, меняем. Сейчас мы его хорошо поцарапаем, ребятки. Это будет круто. А ну-ка, сейчас он нас бьет, да? Так, он нас заставит. Сейчас, надеюсь, мы бьем. Блин, ребят, у нас... Может быть, проигрыш, пожалуйста. Дайте полный. Так, станчик, станчик. Есть хилка большая? А ну-ка, что тут можно? Вот, хилка сколько стоит? 150, давайте потратим. Лишь бы выиграть. Так, меняем. И сейчас его победим. 27 хп. И у нас 54. Все, ты проиграл. Остается тебя только последний раз поцарапать.
Ну вот я даже не знаю, бои у нас пошли очень долгие. Может, будет последний бой, если будет, надеюсь, короткий. Давайте выберем теперь последнюю. Так. У нас появилась какая-то... Так. Так, вы... Сейчас, закрыть объявление, давайте дальше играть. Назад в лабораторию. Думаю, уже боя не будет, потому что уже слишком долго. Я пропустила рекламу. И сейчас мы, как всегда, не будем заходить в лабораторию, чтобы вы ждали следующего видео, где мы как раз зайдем в лабораторию. И следующие бои будут. Пока на этом все, ребят. С вами был Титан. Сейчас у нас был летсплей по игре под названием Mutant Fighting Cup 2. Всем пока, ребята!